Всем привет! Сегодня я хочу рассказать вам о восстановлении Нивы своими руками. Покупалась Нива у пенсионера, очень бережливого и аккуратного человека. Состояние двигателя идеальное, ходовая тоже в порядке. Нива была постсоветская, 1993 года выпуска. В итоге парень решил собрать эту Ниву по каталогу 1978 года. В силу глобальных кузовных работ, несложно догадаться, что последует полная покраска кузова. Цвет будет точно не белый. Потихоньку дело с кузовом движется дальше. Установлены передние крылья и панель передка, но и в целом подварены некоторые недочеты. Сварочные работы дошли до стадии завершения. В целом детали встали вполне неплохо. Безусловно, недочеты есть, но не критичные. Пока ведутся работы с кузовом, парень решил заняться восстановлением колесных дисков. Отдал комплект из 5 дисков на пескоструйную обработку. Была куплена некоторая химия для проведения кузовных работ, ну и собственно сама краска. Водительская дверь отправится на свалку, так как восстановлению не подлежит. Аналогичная ситуация с дверью багажника. Нашли другие, в хорошем состоянии. Также закупили разные запчасти для Нивы, пружины и так далее. Исправлены некоторые косяки по кузову путем легкой рихтовки. На очереди зачистка под грунт и уже окраска. Ну что же, автомобиль наконец-то покрашен. Зеленый смотрится круче. Белый цвет хозяину сильно наскучил. Далее последовала сборка. Установили молдинги порогов и реплику ранней решетки радиатора. И Нива словно преобразилась. Ранние диски выглядят как новые, сама Нива собрана по каталогу 1978 года. Теперь этот автомобиль приносит положительные эмоции своему хозяину и всегда будет для него идеальным, несмотря ни на что.